Всем привет! Сегодня у меня очень вкусная и быстрая выпечка. Это пышные слойки с курицей. Такие слойки можно приготовить и на завтрак, и просто для перекуса. Мелко нарезаем отварное куриное мясо. Сыр натираем на мелкой терке. Берем пласт слоеного теста, у меня готовое покупное дрожжевое, и делим его на 4 равные части. Тесто перекладываем на противень, который нужно устелить пергаментной бумагой, и слегка протыкаем вилкой. Каждый кусочек слегка смазываем кетчупом. В центр кладем отварную курицу. На курицу кладем немного натертого сыра. Нам осталось только смазать желтком края. Отправляем в духовку. Температуру ставим 180 градусов на 15-20 минут. Вот так легко и просто я приготовила сегодня такую вкуснятину. Пробуйте, готовьте. Ну а я, как всегда, желаю вам приятного аппетита. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Заглядывайте в мой инстаграм, ссылку оставлю в описании под этим видео. Ну и всем пока-пока!